начиная там с третьего курса, мы довольно-таки серьезно, уже на серьезном уровне были. Чтобы вы понимали, вот когда мы на третьем курсе сдавали там какие-то летние экзамены, у нас уже были там съемки для Рибок, там какие-то тренировки на больших площадках. То есть мне приходилось выбирать, либо я там сдаю со всей группой экзамен или зачет, либо я еду на какое-то такое мероприятие, где, ну, с которого там о нашей организации многие узнают. Вот. И приходилось договариваться с нашими великолепными преподавателями, чтобы они, ну, шли навстречу, и слава богу, что с пониманием относились.